На этой неделе в администрации района чествовали представители одной из самых гуманных профессий нашего времени – медицинских сестер. Ведь именно представители этой профессии проявляют заботу, милосердие, уделяют особое внимание человеку, когда он болен, находится на лечении и нуждается в помощи. С подробностями наши корреспонденты. На торжественный прием главы Славянского района Романа Синеговского были приглашены лучшие медработники городских и сельских медучреждений. Палатные медсестры, хирургические, работающие в офисах врачи общей практики и лабораториях, поликлиниках и ФАПах, роддоме. Роман Синеговский, обратившись к приглашенным, поздравил присутствующих и в их лице всех медицинских сестер Славянского района с профессиональным праздником. В Славянском районе порядка 2000 работников отрасли здравоохранения. Большинство из них – это медицинские сестры. И мне очень приятно, что именно ваша специальность, скажем так, это те люди, которые, обладатели этой специальности, это те люди, которые связаны непосредственно с больными нашими. Вы помогаете им, лечите их прежде всего. И второе главное, что даете настрой на выздоровление. Среди участников торжественного приема Альбина Герус, палатная медицинская сестра Петровской участковой больницы. Она отметила, что приглашение на торжественный прием – очень волнительное и приятное событие. Уверена, что медицинская сестра – это призвание, состояние души. Я закончила 7-е Ленинградское медицинское училище в 1979 году. Приехала на родину, Петровскую участковую больницу. 12 лет работала в детском отделении, 7 лет в неврологии, 10 лет хирургия, гинекология, ЛОР, а теперь 10 лет уже на дневном стационаре Петровской участковой больницы. Трудно себе представить полноценную работу поликлиники, больницы или амбулатории без медицинских сестер. Они не только следят за состоянием пациентов, обеспечивают выполнение всех лечебных процедур, но и зачастую оказывают больным психологическую помощь, незаменимую поддержку. Тот самый настрой на выздоровление, который так важен для человека. Вместе с главным врачом Славянской центральной районной больницы Юрием Просоленко Роман Синеговский вручил участникам приема благодарственные письма и памятные подарки. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».